кушать безумно, безумно просто вонючее хорло. Да. Вот знаете, когда не процветет в августе месяце, вот, вот такой вот этот запах. Как тебе запах? То ли селедка, то ли кальмар, что-то такое непонятное. Ага. Ну, пахнет дохлятиной. Дохлятиной. Согласна. Испорченный, да. Залежавшийся селедка. Селедка? Как это дохлятина? Ну, запах так себе. Оно такое странное. Подними свой нос к небу, нюхай свежий воздух. Лучше, да, да. Готова? Да. Бери. Ой, фу. Как тебе? Да. Что, вкусная рыба, не? Не плачь. И как ты? Меня сейчас тошнит, честно. Что, капряда, наверное, лучше. Ты думаешь? Да. В сравнении с этим, что капряда – это деликатес. Да. Для гурман. О, что это так? Ну как тебе? Невкусно. Ну соус классненький, да? Соус вкусный, да. Соус мне понравился, поначалу вкус будто я пью газировку, но потом он безумно острый. Ну, странно. Может быть, если бы ну, соус с чем-то другим, тогда бы да. Боже мой, еще дальше нужно. Рыба – это просто нечто. На вкус он такой же, как на запах, в принципе. Я бы не сказала, что это безумно плохо и невкусно, но я вряд ли это ела еще. А сколько баллов поставишь этому блюду? Ноль. Минус бесконечность. Минус бесконечность. Infinity. Минус. Минус сколько? Минус. Просто минус. Просто. Минус один, да? Нет, просто минус. А. Огромный жирный окей. Минус. Окей. Минус. Минус. Покажи его вместе со мной. Минус. Ноль. 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 Тебе вообще не понравилось? Нет. Даже соус никак не сгладил ситуацию. Соус очень острый. Минус 10. Минус 10. Нет, ну это уже неплохо. Сколько баллов могу поставить? Наверное, 4. Я думаю, это как раз та оценка, которая нужна этому блюду. Мадопки могосо. Мадопки могосо. Могосо, а не мион мадопки могосо. Мадопки могосо. Мадопки могосо. Мадопки могосо. Мадопки могосо. Ори. Ташиманайо. 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 Ташиманайо.